Сейчас я вам покажу, как я учусь подтягиваться на своей перекладине. Нормально подтянуться у меня пока не получается, поэтому я делаю это вот так. Раз. Подтянулся, отпустил, передохнул. Первый раз. Второй подход. Третий подход. Четвертый подход. Уже напряжно. Тут главное, сколько сможешь. Пятый подход. Тяжело. Попробуем шестой подход. Зачет. Хоть с трудом. Но это я чувствую, будет последний подход. Если он, конечно, получится. Нет, шесть все-таки.